На конкурс дети читают стихи. Насибуллина Элина, 6 лет. Приходят к дедушке друзья. Написал Владимир Степанов. Приходят к дедушке друзья. Приходят День Победы. Люблю подолгу слушать я их песни и беседы. Я не прошу их повторять рассказы сокровенных, ведь повторять опять терять товарищей военных, которых ищут до сих пор награды боевые. Один сержант, другой майор, а больше рядовые. Я не прошу их каждый год рассказывать сначала о том, как армия вперед с потерями шагала, о том, какая там пальба, и в сердце метят пули. Война, вздохнут они, война. А помнишь, как в июле я просто рядышком сижу? Но кажется порою, что это я в прицел гляжу, что я готовлюсь к бою, что те, кто письма пишет мне, уже не ждут ответа, что даже лето на войне совсем другое лето. Приходят к дедушке друзья отпраздновать победу. Все меньше их, но верю я, они придут, приедут.